Чемпионат Украины по боксу среди юношей и спортивных обществ собрал участников со всех регионов Украины. В Керчь прибыли юные боксеры 1998-99 года рождения из Киева, Запорожья, Донецка, Житомира, Винницы, Львова, Одессы и многих других городов. Некоторые участники чемпионата являются победителями областных и республиканских соревнований по боксу. Представлены боксеры, которые представляют все регионы Украины и все общества Украины. Это лучшие боксеры, которые проходят просмотр перед чемпионатом Европы, который состоится в этом году. По словам главного судьи чемпионата, судьи международной категории Игоря Белецкого, ребята уже в первый день соревнований показали довольно неплохие результаты. Благодаря старанию и работе с профессиональными опытными тренерами, молодые спортсмены добились определенных успехов. Уровень подготовки на этих соревнованиях, как всегда, высокий, потому что здесь, помимо первенства Украины, которое разыгрывается между обществами, идет отбор в сборную юношескую нашей страны. Здесь присутствует старший тренер этой сборной и параллельно ведет учет наших талантливых ребят для поездки на чемпионат Европы в этом году осенью. Поэтому здесь собрались довольно-таки сильные ребята, которые уже неоднократно представляли нашу страну в прошлом году уже на международных соревнованиях. И, в принципе, всегда здесь, ну, вообще в Керчи постоянно собираются ребята очень хорошего уровня. Ребята, занимающиеся боксом, видят в своем увлечении не только возможность физического развития, выработки определенных спортивных навыков, но и будущую профессиональную самореализацию. У меня просто папа тоже занимался боксом. И он меня вообще, ну как, рассказал, да, и направил меня на бокс. И теперь я тоже хожу боксом и хочу добиться, как, ну, например, братья Кличко. Меня привлекает то, что этот вид спорта очень разносторонний, в нем нужно думать и очень быстро, ну, делать что-нибудь на ринге. И вообще мне нравится единоборство, но бокс особенно. И вообще, ну, наш тренер, он тренировал братьев Кличко, и поэтому я тоже, как они, хочу чего-то добиться в боксе. Чемпионат продлится до 5 июня и завершится торжественным награждением победителей, которое состоится в стенах Керченского дворца спорта.